1 сентября прошла торжественная линейка в концертном зале «Уникса» КФУ. День знаний состоялся для лицея имени Николая Лобачевского. Каждый учебный год на другой не похож. Хотя в нашем лицее есть традиции, которые из года в год, казалось бы, повторяются. Мы их сохраняем, мы их развиваем. Ценности в нашем лицее остаются постоянными. Мы делаем все, чтобы в нашем лицее дети чувствовали себя, с одной стороны, как дома, а с другой стороны, как в храме науки. В этом учебном году в лицее будут обучаться 594 человека. Перед всеми присутствующими директор лицея имени Николая Лобачевского Елена Скобельцина рассказала об успехах учеников за прошедший год. Стобальниками по ЕГЭ стали 7 выпускников. Также в этом году ученики лицея впервые заняли призовые места на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Junior в компетенциях фотографии и предпринимательства. С речью выступил первый проректор Казанского федерального университета Ясмин Зарипов. Хочу от себя лично, от имени Ильшата Равкатовича Гафурова, поздравить вас с праздником, с Днем Знаний, пожелать вам всего самого хорошего, успехов, достижений в новом учебном году. Для зрителей прошел праздничный концерт, выступили коллективы «Лимонад» и «Талисман». Ученики отметили, что к учебе готовы и мечтают увидеться со своими лицеистами. Все лето я пытался настроить себя на позитивный год, чтобы хорошо сдать экзамены, и готов выложиться на полный в этом году, чтобы исполнить свою мечту и поступить в хороший университет. Планирую, в IT пойти на программиста и рассматриваю КФУ как один из университетов. День знаний для меня – начало учебного года. То, что я узнаю что-то новое и буду учиться с прекрасными учителями и одноклассниками. Мне очень было интересно узнать свой коллектив, с кем я буду учиться в школе. Я изучала английский язык на каникулах. Напомним, что лицей имени Лобачевского КФУ вошел в топ-100 рейтинга лучших школ России в сфере информационных технологий, а также в топ-100 по конкурентоспособности выпускников по данным рейтингового агентства RAICS. А 2 сентября линейка по случаю нового учебного года состоялась в IT-лицее Казанского федерального университета. Ко всем присутствующим обратился проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Вначале он поздравил всех от имени ректора КФУ Ильшата Гафурова, а затем отметил успехи лицея. В прошлом году IT-лицей вошел в число лучших 50 школ Российской Федерации. Я надеюсь, что в этом году лицеисты также себя хорошо зарекомендуют. В своей речи директор IT-лицея КФУ Тимирбулат Самирханов поблагодарил учителей, родителей, персонал и обратился к лицеистам. И спасибо большое, что вы есть. Наша работа – это на самом деле вы. И мы очень многому у вас учимся. Спасибо, с праздником. Хорошей учебы. В этом году будут обучаться 339 лицеистов. Среди них 93 новых учеников, которые только в этом году перешли в IT-лицей КФУ. На учебу ребята настроены, хотят скорее сесть за парты и взяться за учебники. Конечно, я хочу уже сесть за парту. Для меня этот год станет последним и завершительным. Уже охота сдать экзамены и поступить в высшее учебное заведение. Вот. И лето летом научиться все равно охота. В течение года нам рассказывают про разные факультеты Казанского федерального университета, и, возможно, я поступлю именно туда. Очень хочу я сдать ЕГЭ на очень высокий балл, чтобы поступить в университет какой-то хороший и стать призером Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Я буду играть Let It Be на линейке, показывать, как я умею, как я за лето научился играть эту пьесу. Учителей, родителей и лицеистов состоялся праздничный концерт, где с песнями и танцами выступили ученики. А потом для всех прозвенел первый звонок в новом учебном году. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз.